Сегодня мы поиграем на карте, которую построила наша команда CTR. После просмотра ролика обязательно зайдите в игру и зацените нашу карту. Это сделать очень просто. В поиске пишите Minotaur, и вот она карта. Либо же по старинке вставляете код, который есть в описании под видео. Обязательно добавьте карту в избранное. И просто заходите, играйте с друзьями. Карта для 4 человек. Приятной игры, приятного просмотра. Погнали. Блин, вы такие в скинчиках, прям по стилю подходящие. Красава, да. Нарядились, ребят. Ну, у тебя тут тоже так выбрито прикольно. Короче, у нас сегодня будет такой а-ля... Ты что, там хаваешь? Нет. Нет, нет. Чтобы звук крышки был, я слышал, очевидно, какой-то. Да не хаваю я. В общем, сегодня мы вместе с Винки и Хофиксом будем проходить Fortnite. Потому что это PvE. Это PvE. Смысл карты в том, чтобы прокачивать уровень, становиться круче, прокачивать все пушки, сражаться с зомби. Потом у нас будут еще испытания Минотавра. Короче, вот, можете подойти сюда к табло, вот этому Missions, видите? Нужно изучить все локации, открыть разную косметику. Значит, здесь будет лабиринт еще. Maze Levels, видишь? Нужно будет уничтожить 1337 существ. Вот. И получить максимальный уровень. Это вроде как 15. Здесь у нас вот есть шоп, магазин. Красиво, гляньте, как тут все оформлено. Рейрлут, юнит левел 4. Видишь, тут надо прокачивать уровень. Тут можно код ввести. Код пока неизвестен, но на протяжении ролика будет известен. Поэтому, ребята, смотрите видео до конца. Косметика разная есть, видите, можно шляпу себе взять. Клоунская шляпа, видишь, за 25, Хоф, это тебе. О-о-о, сюда. Вот есть также карта. Ух ты, гля, какая красивая, прикольная. Pumpkin Patch, Spooky Swamp. О, это телепорт, по сути. Нифига. Ух ты, ё-моё, зомбари заспавнились, смотри. О, гля. Ё-моё. Там пукают? Да, у нас напукано здесь теперь. У меня уже 18 XP из 100. У меня уже второй уровень. Ух ты, прокачался. О, я нашел сундук. Кстати, сундуки обновляются каждые полчаса. Maze is available. У нас открылся лабиринт, походу. Ну, я пошел в лабиринт, друзья, лабиринт. О, let's go, проходим лабиринт. А, это мы уже в лабиринте здесь, я понял. О, нихера. Найти 3 ключа нужно, ребят. Ищите ключи. А, офигеть. О, у меня Минотавр здесь бегает. О, что реально? Это такое? Я не могу, меня убьет сейчас. Беги от него, убегай. О, вон он, я его видел. Жирненький такой, да? Слушай, большой, такой крупный, да, малыш. Да, крупный, первый малыш. Ключ, друзья, есть. О, мейски фаунд, найс, красава. Что-то я вижу, здесь какой-то у меня пол синий. Да, да, чуть-чуть синий пол. Но это кто-то здесь, видимо... Да Минотавр покакал, не наступайте. А мы уже прошли. Я руками уже потрогал. Блин, ну ё-моё, ну ты ж... Вот это с Windows, блин. Вижу этого выблетка огромного. А вот это что такое, смотри. О, это второй, это второй ключ. А я его пробежал мимо. У нас всего 8 минут. Нашел ключ последний. Нашел? О, хорош. Пошли к выходу туда. Тут золотые зомбики, ребята. Котятки, ребятки, меня выеб. Серьезно, все, он умер? Они там за один удар убивают. Ля, какие толстые! Ну я умру просто почти сразу. Тихо. Ничего себе. Нужно в прыжке, я просто пытаюсь, не знаю, в прыжке не попадаю просто. Да, подожди, респаунин, failed, better luck next time. Так подожди, слышь. Надо снова ждать время, получается. Мы обосрались, да? Тут какой-то дедуган стоит, факан. Тут придурок. Да какой придурок? А где? Я прошел этот уровень. Ты прошел. Тут испытание мистера Биста началось у меня сейчас. А, у меня третий уровень, let's go. Creepy Caves. А ну, пошли посмотрим, что за Creepy Caves. О, это пещеры. Я давно, прям давно не напрягался так. Нормально, ты напрягся там. Мое любимое. Мне тут мужичок плачет. Мне очень жалко, что сейчас я здесь без вас нахожусь. Понял? Это не мое. Ну все, короче, после лазеров вы тоже не пройдете. Я думаю, нам нужно будет пойти еще что-нибудь закупить в магазине. Я вот тоже думаю, закупиться надо. Еще ж голда есть. Вот у меня голды уже 1000. У меня 700, я иду тратить уже. А бриллиантиков сколько? 9. Я сейчас уже 4 уровня сейчас буду. Вот это я просто... О, что мне выпало? Мне яйцо выпало! Это мое. Хил эгг! Нет времени объяснять, суй яйцо в жопу. Но я закупился уже жестко. У меня, кстати, 2 яйца. 3.22, что за 3.2? А, это... 3.22 и в кальяночку потом. Я хочу в магаз сходить, сейчас я, короче, в магазе хочу что-то закупить. Давай, потому что я уже закупился. Так, ну, собственно, вот кодик-то будем вводить? Давай. Кодик дать вам? Давай. На 10 фрибетов? Типа того. То, что он говорит, я просто осуждаю.
тоже верно. Так, я, короче, я чуть-чуть дофармлю себе зомби, что у меня четвертый был. Бэм, 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 бэм. Бам! Четвертый левел, все. Это миганчик себе возьму, короче. И возьму себе, наверное. Ну, возьму гранатомет, короче. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да, блин, как кайфово с миганчиком-то их тулить. Может взять эту за 1000 эту синюю косу? Может она лучше будет? Я думаю, да, да, конечно. Она будет больше урона носить скорее. Беру туда. Так, а ну что и что она дамажит, ну-ка. О, ну да, как-то вроде быстрее. О, друзья, мне хватает на клоунскую шапку. Реально? А что там минимальное, самое дешевое, что там? Рожки клоун. Ну это ты с рогами теперь будешь. Ну, а что остается? Тебе рогов наставим, дурачок. Шляпу одень сначала, я на тебя потом посмотрю. Стоял, смотри, ебать, я в шляпе. Я в шляпе. А я в рожках, ты видишь мои рожки? Да, вижу. А я почему твою шляпу не вижу? Ой, я не вижу твою шляпу тоже. А мои рожки ты видишь? Нет. Давайте я вам кружок в телеграме запишу. Увидите наши рожки. Кстати, подписывайтесь на ТГ. Возьму эти рожки. О, рожки, 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 я вижу. Друзья, смотрите, это моя клоунская шапка. А вот кто рычи? Нифига, ты 80 тысяч урона уже нанес. Да, я не знаю, что он такого делает. А он лупит зомбарей. Я просто ебашу. Кстати, ребят, очень важный момент. Поддержите, пожалуйста, эту карту лайком и добавьте ее в избранное. Вот, это можно сделать из лобби. Поддержите, пожалуйста, мою банковскую карту. Да, и нашу карту, на которой мы играем сейчас. Минотавр. И мое пиво тоже поддержите, пока я оформлю здесь жестко. Так, дробовик вот этот. Все. Так, дорогие друзья, мы активируем код. Это код только для наших подписчиков. В общем, сюда так можно вписать код 42213. Код да активирован, и у нас на 5 минут жесткая прокачка, поэтому погнали. Нам нужно быстренько прокачиваться. Блин, с дробаша прям, знаешь, как будто... Смотри, этого тяжелого, да? Да, прям как-то да, кайфово прям. Так, да. Пошли, пошли, пошли. Все, идем в мейс. Короче, кто так, быстрее, ребят, нашли, кто быстрее нашел пройдет, это челлендж вам, если что. Спидраньте карту, кто быстрее пройдет. В комментариях пишите, за какое время вы прошли. Так зачем, я могу на видосе сказать. Ключи, где последний ключ? Я ищу, я не знаю. Я забыл, что здесь вообще минотавр бегает, я его не видел. Я вот не видел. Я не даже не могу. Гаси его, гаси! Я нашел ключ. Все, забейте, я нашел ключ. Просто меня застанило! Все, все, все. На выход, на выход. Время идет. Гаси, 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 зомбаков, зомбаков. Давай, 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 давай. А все, у нас открылся, смотрите. Найс, падайте, падайте в очко. Ух ты, лазеры! Не подпадайся! Да. Ой-ой-ой, ой-ой, как же. Они не убивают, они бьют. Топоры! Это все, это конец. Реально сложно здесь? Я сложно, да. Тут прям. Оп. Вот я. Вот, да. Тайминг, тайминг просчитываем. Пошел. Хорошо. Пошел. 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 Проходи. Да. Паркур. Балдеж. А что здесь на этот надо запрыгивать? На его запрыгивать, да ну. Ё-моё. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Нифига! Вот этим наверх. Ля-ля-ля! Пять минут осталось. Испытание минотавра, это чисто челлендж, паркур челлендж по минотавру. Они пропадают? Тихо! Они пропадают! Они пропадают! Тихо! Нет, у меня! Тихо, тихо, тихо! Ну я прошел дальше. Ты прошел дальше? Давай, 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 что там дальше? Ну я паркурист вообще никакущий. А, я прошел, получается? Ты прошел? У меня тайм 5 минут 30 секунд написано. Левел нормал. Реально? Но по сути... Informal Snake присоединяется к игре. Подписчики уже заходят на карту. Подписчики заходят на карту. Так, знаете что? Объявляю конкурс с призовым фондом 25 000 баксов. Те, кто пройдут самый сложный уровень испытаний Минотавра за лучшее время и зальют видео на свой канал с хэштегом Minotaur Village, получат призы. Можете, кстати, сделать шортс. Возможно, даже видосик залетит. Все подробности и имена победителей будут в ТГ нашей команды Контора Студио. Так что подпишись, ну и проходи испытания. Удачи. Вообще, я знаете, как бы предложил сейчас нам? Смотрите, так как это, ну, для подписчиков, они же отдельно будут проходить по соло. Мы сейчас даже можем все пройти по соло и просто кратко, ну, каждый увидит, кто какого результата. Реально? Да ну нормально, давай на нормале. Давай. Я на харде, я на харде прохожу. Еще, о, минотавр! Так, тихо, нет, не сюда, 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 нет. Где я? Кто я? Ну где ключи? Это что такое вообще? Это что-то, что-то, тихо, 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 малыш, тихо, малыш, нет, 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 куда? Оп, первый ключ.
Так, а где последний ключ? Вот он уже бегает где-то здесь. Да нет! Отстань! Без он быстро бегает. Отлично, у меня 40 хп, я очень хорошо прохожу игру. Нет, беги! Ты на себя не прошел, к сожалению, ребят, я не прошел. Первых честь. Нету первого ключа. Но где ключ? Молю, дай ключ. О, неужели? Ребята, у меня 7 хп. Я не могу собрать ни одного ключа. Ну, давай, ладно, попробуем теперь поубивать вот этих дурачков. Так, а сколько они урона носят? Я умер. Я дурачок. Нет, хорошо, я жив. Первый ключ у нас вот здесь был. Нет, не здесь, а где? А, я умер. Все, спасибо за игру. Нормально, я живой. Я в ловушку зашел. Ну все. Я умер. Ну, я не хочу материться. Бам. Хорошо, идем next. 5 минут остается. Давай, за минуту должен пробежать все это дело. У вас один партизан не прошел, походу. Реально не прошел? Хофикс, ты прошел? Алло. Нет. Хофикс, я сильно бил Минотавра? В общем, ребят, пишите в комментариях, какое время вы прошли. В принципе, что, на этом, я думаю, все, сколько у тебя зомбей, Хофа? 130. 1, 3, 4. 200 зомбей осталось ему добить, и у него будет открыто 1337. Ачивка, да. Да. Найс. 1337 зомбей, да, Хофа? Да, хорош. Все верно. Explore every location у всех? Нет. О, у меня завершено тоже. А, вот у меня тоже завершено, кстати. 5-й уровень у меня есть, find all NPC, ну и все, у меня больше ничего нет. Ну, в любом случае, я еще поднатаскаюсь, поиграю, попробую пройти спидран. Ну а вам, ребята, желаю хорошего времени на спидран, вот. Пишите в комментариях, сколько пройдете, заходите на карту, играйте, ищите по слову Minotaur или... Код вы видите на экране и есть в описании под этим видео. Все, спасибо, ребят. Всем удачи, всем пока. Пенис.